Привет, истинные друзья. Хочу сейчас рассказать вам про лучший браузер. Это очень важная программка, через которую вы все время работаете в интернет. Ну, либо что-то делаете в интернет. У меня уже был подобный ролик «Выбираем браузер». Ну, давным-давно. За это время я активно пользовался всеми основными браузерами, ставил разные 32-битные, 64-битные, сразу скажу, стандартный Internet Explorer в Windows 10 более-менее, но лучше его не использовать, ничего хорошего в нем нету, он отстает, ну будет вечно отставать, никаких запретов нету, но просто бессмысленно. Единственное, что каким-то брокерским программкам, там люди пишут, что ActiveX должен быть. Какой в жопу ActiveX? HTML5 уже пришел. Дебилоиды эти брокерные. Ну да ладно. Скачивайте. Вот здесь вот. Видите адрес. Портативную версию скачивайте обязательно. Так, вот, можете скачать отдельно Mozilla, либо Portable Apps, оболочку такую скачайте, и через нее уже будете скачивать другие браузеры, какие вам понравятся. Хорошая оболочка Portable Apps, потому что портативную я не нашел на сайте Mozilla. Вот Mozilla. Ставите версия 53.03, и сейчас она 64-битная, как я понял, ставится. Они какое-то время не хотели даже разрабатывать, но сейчас сделали, прекрасно работает. Единственное, я столкнулся с проблемой, замусорился профиль. Говорят, там часто браузер тормозит. Нет, у меня, да, дико затормозил, он завис, но я поставил от 10 до 20 дополнений, расширений, и одно расширение может ультра тормозить весь браузер. Браузер здесь ни при чем. И это произошло, он у меня стал тормозить и замусорился. Через где-то год проработал, два, то есть нормально, раз в год надо профиль свой чистить, ничего страшного. Или много обновлений, ой, расширений не ставьте, и ничего страшного не будет, все-таки 10-20 штук это много. То есть ставите портативную версию обязательно, сейчас я покажу, включаете синхронизацию. Это где вы вводите ящик, регистрируетесь и синхронизируете свои данные. Там можно даже и пароли синхронизировать. Отличная штука, обязательно это используйте, чтобы потом все быстренько восстановить. Например, если потеряете или сбой какой-то будет, это несложно, недолго. Дальше ставите расширения, какие вам нужно. Для паролей у меня стоит обязательно. И вырезание рекламы, это обязательно, какой больше понравится. А остальные уже по мере необходимости ставьте. Почему именно Firefox? Тут просто без вариантов. Потому что что еще есть? Какие конкуренты? Их не так много на самом деле браузеров. Google Chrome. Google Chrome это не браузер. Вообще есть Chromium браузер. Бесплатный открытый браузер. Но Google его захватил. И все думают, что Chrome это вот единственный такой на движке Chromium. Но на самом деле вы можете скачать Chromium и поставить. Я его скачивал, прекрасно работает. Это и есть изначальный браузер. Iron тоже на движке
Chromium, отличный браузер. Mozilla, я уже сказал, это самый лучший. В основном все время я на нем и работаю, все отлично. Прекрасно, не тормозит, не зависает. Ну, замусорился через год. Сейчас я его взял, почистил. Все отлично. Просто профиль. Там папочка профиль. Зайдите в папку браузера, папочка профиль. Ее сотрите, либо создайте новый профиль. Ну, я просто заново браузер поставил новый и синхронизировался с именем, паролем. Вот и все, что я сделал. Даже не стал ничего из профиля этого устанавливать. Заняло это 10 минут. Раз в год можно. Кубзила, Сиаманки. Хорошие браузеры, но не сильно популярные. Opera. Второе место занимает в моем рейтинге. Отличный. На движке Chromium того же. Синхронизацию включайте обязательно. Восстанавливает все данные, настройки. Только единственное расширение не восстанавливает, в отличие от Хрома. Ну и третий Хром, из которых я использую, просто приходится использовать, потому что Google Talk, например, не работает в Firefox стандартном. Просто иногда приходится. Неплохой браузер, но с кучей ограничений. Нельзя скачать на YouTube ролики, хотя я активно не качаю, но если нужно скачать, он не дает скачать. Ну, масса неудобств, ограничений. Но поскольку Google делает этот Chrome, естественно, он вносит ограничения очень серьезные и неудобные. Единственное, что голосовой поиск тоже работает только в Chrome. То есть тоже, чтобы разговаривать с браузером, приходится иногда запускать Chrome. Но сейчас я хотел рассказать именно о Firefox. Действительно, это открытый, развивается отлично. Куча расширений всевозможных. Просто отлично. Отличный браузер. Замена вот этих слов антипропагандистских. Единственное, что в Firefox это было расширение. Но опять же, я отдельно сделаю ролик об этом антипропагандистском расширении. Сейчас почему-то я не вижу, восстановился он или нет. Fox Replace называется. Единственное, что в Firefox мне не нравится, что профили они запрятали куда-то. Надо с буквой P запускать. Какая-то чушь. Есть же профиль просто в Chrome. Кнопочка там в меню и все. Не очень я понимаю их. Могли бы попроще сделать работу с профилями. Очистку профиля я не смог ни очистить, ни сбросить браузер. Но как делать, я уже описал. Ну что ж, на этом все. Ну и конечно важно, почему, например, 2 стоит. Обязательно 2 должно стоять, портативные версии, потому что все-таки, например, какой-то сайт там банка в этом работает, а в этом не работает. Там Мегафон у меня в Firefox некорректно работал, а в Opera корректно там вход осуществился. Так что 2. Ну, необходимо просто минимум использовать. Это Firefox и Opera. Ну, Opera, то, что движок взяли Chrome, совсем неплохо. Не считаю, что это глупость. На этом все. Пока, ребята. Слава прогрессу.